Наступило лето, у всех после зимы начали перегорать аккумуляторики. Вот, и у нас тут идет полным ходом ремонт всяческих гаджетов. И вот такого типа, и другого типа, и третьего типа. Постоянно что-то ремонтируем. Так что обращайтесь. Единственный, кто в городе чинит аккумуляторы для электровелосипедов, самокатов и прочего. Ну и традиционный обман китайцев с Алика. Так вот выглядит оригинальный аккум, здесь 4 линии ячеек, и он всего на 11600 миллиампер. А вот это вот то, что нам приехало в Арикоре, видите, написано маркером, аж 16000 ампер-часов. Вот. А по факту здесь всего 1, 2, 3 линии и куча толстой изоляции. И он точно так же влезает в этот корпус старый по размерам. Так что, если вы заказываете аккумы с Алика, а не у нас, то вам пришлют такую вот бяку, в два раза дороже. Оригинальный аккумулятор, вот такой вот здоровый, 4 ячейки. И поддельный на 16 тысяч, китайцы обманули, какие-то белые ячейки непонятные, здесь по 3 штуки. В принципе, ну, нормальная лента, все проварено. В чем прикол? ВМС-ка, которая идет на велосипеде, у нее есть один разрыв на ключ питания, второй разрыв на индикаторы. На этой БМС-ке нету. Соответственно, сейчас надо будет все это перекинуть. Поменять БМС-ки местами. Все, новая БМС-ка отпаяна. Выкинута. Старый аккумулятор разобран. Выкинут. Только датчик температуры осталось сюда установить. И, собственно говоря, новая БМС-ка, все упаковано в корпус, все готово, все собрано, все работает, смотрите, оп, идеальненько.